Верно, что профессия накладывает отпечаток на человека. Вот они, металлурги. В их лицах прочитывается то, что есть в нелегкой и романтической их работе, что есть у летчиков, космонавтов, у моряков, у людей, имеющих дело со стихией. А горящий расплавленный металл – это ли не стихия? И еще что видно у них – это чувство собственного достоинства. Еще бы! Металл делают люди, хлеб промышленности. Это ведь и рельсы БАМа, и тысячи километров знаменитых газопроводов, и трактора в поле, и ракеты тоже, все металл. Страна наша первое место в мире занимает по выпуску чугуна, стали, проката черных металлов. Факт гордый. Виталий Николаевич Поздняков, он представляет здесь в Москве на празднике металлургов Павлодарский алюминиевый завод. Предприятие в стране известное, оно занесено на доску почета ВДНХ. Ну, а о том, как этот праздник вы встречаете, я имею в виду и вас конкретно, и коллектив, что это вы сами расскажите. Действительно, вот уже 9 лет подряд наш завод занимает первое место среди предприятий цветной металлургии СССР. 92% нашей продукции мы выпускаем с государственным знаком качества. И вот сегодня на праздновании Дня металлурга в Москве здесь я доложил министру о тех успехах нашего коллектива и о тех проблемах, которые сейчас волнуют наш завод. Я надеюсь, коллектив наш будет и в дальнейшем представлять здесь, в Москве, на ВДНХ, достойно казахстанский Павлодарский алюминиевый завод. В рамки хроникального репортажа не вместишь всего, что было в этот день на ВДНХ. И чествовали металлургов по труду, по делам, и концерт для гостей приготовлен был на славу. Но мы вот засняли это выступление. Это тоже металлурги и настоящие, будущие самодеятельности из Таганрога.